декабря поступил заявка от Андрея, город Хабаровск. Заказал он шаркон GS40, это тканевая модель. Выглядит она вот так вот. Это черный цвет, он заказал серенькие, светлые. 4D подлокотники, мультиблок, литая крестовина, колеса с тормозами. На каждом колесике есть кнопочка тормоза. Угол наклона 135 градусов. Такой широкий трон. Сейчас будем его вскрывать, смотреть, показывать. Так, приготавливаемся. Вскрыть ее. Оп, вот так она выглядит. Ткань выглядит, как будто это шерстяной переплет. Кресло такое плотное, максимально широкое, нигде ничего жать не будет, это точно. Все идеально в нем. Вот она у нас крестовина, то есть пятилучие полностью литое, геометрически правильное. Такие пятилучия использует Secret Lab. Самые крутые кресла. Пакет скрывать не буду. Открыл все-таки пакет посмотреть, чтобы все было у нас здесь достойно. Так, подлокотники 4D, поверхность ровная, не деформированная, все замечательно. Широкая-широкая сидушка. Там кресло очень плотненькое, очень хорошая модель. Тут я тоже вскрою, подтяну болты. Так, комплектация. Это декоративная планка. Все в отдельных пакетиках. Тут у нас ключи, перчатки для сборки, болтики, пыльник. У нас колеса с тормозами. Они имеются на каждом колесе отдельный. Флажок для тормоза. Так, мультиблок. Здесь у нас газлит. Да. Так, после просмотра видео. Ладно, сейчас тогда. То есть, напоминаем правила. Это правило этого рычага. Значит, мы правильно пользуемся этим рычагом, поднимаем вверх всегда до конца, а потом только давим спиной на спинку. Никак не иначе. Нагружать спинку и пытаться поднять рычаг запрещено. То есть сначала поднимаем, потом давим. По работе мультиблока. Это по высоте правая рука, левая рука включает мультиблок. Режим качания. Режим качания регулируется этой гайкой. Если флажок опустить вниз во время качания, вот так вот, то само сиденье зафиксируется, независимо от спины. Так, чтобы отключить режим качания, поднимаем флажок вверх, упираемся в спинку, механизм щелкает, разблокируется, и опуская, мы выключаем режим качания, если он не нужен уже.
Так. Также у нее есть такая инструкция. Тоже ее можно почитать. Так он выглядит снизу, ничего лишнего, металл, болты, ремни, все как полагается брендом. После просмотра видео, если нет каких вопросов дополнительных, мы вам пришлем QR-код и после оплаты завтра оно уже поедет вам.